Сестра Градского сочла его брак с Каташенко недействительным. Родная сестра Александра Градского Наталья считает, что брак музыканта с Мариной Каташенко, заключенный незадолго до смерти, недействителен. Об этом она заявила в эфире шоу «Прямой эфир». «Марина, успокойтесь ради Бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили человека больного жениться на вас. Да и вообще, какая любовь двигала, если Саша умер? Какая любовь? Где она была? Он умирал один в квартире. Это бред. Не верю и противно даже», заявила Наталья Градская. Она также считает, что ограбление Марины Каташенко, когда у нее забрали около 100 миллионов рублей, на самом деле не было. «Для меня эта ситуация просто позор. Ограбили ее на 100 миллионов, конечно», добавила сестра музыканта. Градский умер 28 ноября. Примерно за две недели до этого он официально женился на своей гражданской жене Марине Каташенко, с которой прожил 17 лет. У пары двое сыновей.